Коля. Сейчас загляну. Многих уже она память знаю. А многих вообще не знаю. Побольше бы новичков. Ну, поехали. Так, Виноградов на месте. Здравия. Вот. Антон, доброго времени. Как уважал вас, так и буду продолжать уважать. Оксана, всем доброго времени. Жамалдинов, ну, Николаев, как породил меня однажды в своей лекции, так до сих пор не могу забыть ваши манеры. Дубровина. Добрый вечер. Татарстан холодно и печально в этом году. Нескончаемые мыши. Заморозки. Еще дураки. Так, ну мы договоримся и так. Мы вот не трогаем. Мы не трогаем официальную власть. У нас у садоводов своих дураков хватает. Вот. Это те, кто учит нас. Вот. Ну а в политику мы не лезем. Нас быстро прикроют. Так, а тут еще сверху появилось письмо. Меня печалька, Данила пишет. Почки точно осыпались. Деревья молодые, третий год пусть растут. Первый год обычно пустоцвет. Вот, и у меня это тоже таких примеров много. Так. Железов Юрий, Кострома, это брат. Всем здравствуйте. И ты, здравствуй, брат. Олег Ижевск, добрый день. Наталья, доброго дня. Оксана, слышно хорошо. Вера, здравствуйте все. Бухтияр опять на месте. Да что это такое? Вот. Тюрнева Яна, здравствуйте. Нет, приятно, Леонид, что вы всегда на месте. Так, Семен, Алтай, село. Добрый вечер, у вас тоже большие планы, Семен. Алтай надо завоевывать только потому, что это второе после Хакасии лучшее место в России. Не оговорился. Никакой этот самый не сравнится. Ни Ростов, ни Астрахань. Вот, не Краснодар, включая Сочи. Вот. Никто не сравнится с Алтаем. Там должны быть чудеса. Так, Ирина Омск, добрый день. Татьяна, Москва, здравствуйте. Рахманин, Кудымкар, доброе время суток. Виктор. Здравствуйте, уважаемые садоводы и Валерий Константинович. Прошу вас отписаться в этом чате, как у вас отцвели абрикосы с указанием вашего региона. Ну, вряд ли сейчас кто-то разбежится, но если, может быть, несколько человек отпишется, а я отговорюсь, то есть писать я не могу, а сказать скажу. Только набухли почки, раскрытых практически не было. 25 апреля ударил первый заморозок. До 7-9 это всего лишь одна ночь. Вот. И все уцелело. Теперь все зацветает. Видели, часть цветов вы видели уже в фильмах, которые я снимал. Я сегодня бы доснял еще больше цветов. Я умудрился флешку забыть в компьютере. Сегодня пропустил. Но у меня на манжурцах будет предельный урожай, я уже вижу. Вот, на части культурных будет предельный урожай, а на части слабый урожай. Причем не могу понять закономерность. Почему так случилось? Вот, но в целом, если не повторится, вроде бы нет, пока беды не вижу по прогнозу. Если не повторится еще раз заморозок, то у меня в этом году будет достаточно косточек на продажу, а для меня это очень важно. От этого зависит судьба, жизнь и даже судьба многих детей. Вот, я не шучу, это правда. Вот от этого урожая.
Вот, поэтому я так понимаю, что отчитался, вроде отчитался. Идет дружное цветение. Только на некоторых почему-то слабое цветение, причем без всякой системы. Так, Алексей Виноградов. Сызрань отцвели, отлично. Ну-ка, если вот так вот увидеть, для меня Сызрань и Алексей Виноградов это один из, так сказать, столпов. Вон они. Ох, уже и вот они уже забежали. Все, так. А это я понимаю ваше, видимо, как это называется, канал, не канал. Чего же не прислали, я бы сразу бы похвастался. Вот этой фотографии. Здорово. Спасибо. 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 Так, где вы были? Попробую сейчас вспомнить, где я был. Где я был? А, вот я вот здесь был. Так, ладно. В общем, Алексей, я вас поздравляю. Вас пронесло. Но вот так не везде. У нас Тюмени было плохо. На Урале плохо. По обе стороны Урала. Я так расстроился, особенно за Челябинск. Там мне столько друзей, вдруг бач, не знаю. Так и пишут. У нас абрикосов не будет. Обидно, страшно. Так, ну, за Сызрань я рад, доволен. Так, в Нижней области все святые погибли. Но я всегда разделяю, если у Алексея Виноградова они отцвели. Но, наверное, это мои железовские. Он уже отчитывался не раз про железовские. А у вас, Виктор, чьи? Вот. Знаете, когда говорят, вот у нас свои районированные. И называют же этот самый Северный Триумф. Что такое Северный? Это значит Триумф. Это Триумф. А Северный, значит, будет плодоносить. А, черта два. Так что, Виктор, может быть, ну, если даже мои, ну, все-таки напишите, чьи они, откуда дровишки, откуда вы взяли эти саженцы. Вот. Виноградов еще присылает одно. Ну-ка, зададим. А как же? Так. Открываем. А, вы знаете, это сам Алексей не откроется. Это один из недостатков моего этого. Все бесполезно. Вот сейчас вот такие особенно ролики. Именно на моем этом. Мы уже с братом мучились, но мы ничего не можем сделать. Не открывается. Так, Снегирев. Доброго времени суток. На Алтае цветочные почки еще только набухают. Вы на Алтае немножко от меня отстаете. У вас действительно. Нет, есть на Алтае супер эти самые климатические зоны, где уже, может быть, и уже отцвели. Но именно у вас только набухают. Будем надеяться, что как раз за это время пронесет заморозки. Скоро заморозки, а потом рассвет. Лабасов, всем привет. Валерий Кацин, Сернатакам. Четвертый год наблюдаю такую картину на персике от Сергея. И местном персике, из косточки. Кучерявость, она начинается весной, примерно до июля. Потом пропадает. Навалите бог, что кучерявость исчезает. Кучерявость это одна из этих самых неблагополучных этих. Его тоже связывают почему-то с грибковыми заболеваниями. А я ее связываю только с болезнью дерева. Дерево неблагоприятное. Отсюда ему просто плохо. Оно нездорово. Вот. Потом бывает, допустим, у вас она пропадает. То есть я понял так, что признаки болезни исчезают. Но я вас поздравляю, пока так. А там давайте вместе следить. Тем более, если это саженец от железовых. Свинин, всем привет. Гречихина, добрый вечер. Нина Дубровина. Новая технология озеленения городов взрослыми деревьями. Вытирает, вот хорошее слово, вытирает экскаваторами, потом места приживаются, дай бог, 10. Так больно смотреть. Всего лишь-то и надо подрезать крону. Больно смотреть, такие деньги выкидывают. Дело в том, что Инна, вы-то наш человек. Вы знаете, что надо всего лишь сократить крону. Вот. А они же как? Они действительно халтурщики невероятные. Потому что они, это не личные деньги.
и плевать им 6 сотен и десятых. А это десятки еще и больные. Надо садить совершенно молодые деревья. А они садят огромные деревья. Вот, это есть. Это одна из бед, которую надо бы развивать, надо бы опять выступать, кричать на всех уровнях по телевидению. Но кроме меня некому, а меня туда и не пускают. Если уж на конференции меня отправили в никуда. Вот, отключи микрофон. Что ж тут говорить? Представьте, я выступаю где-то, где говорю. Чем взрослее дерево, тем оно лучше, хуже приживется. Если не сделать эту обрезку, она еще проживет, а потом она будет внутри гнилое. Тут же все отключат, и микрофоны выгонят и не пустят больше. Почему? Потому что золотой телец командует Россией. Золотой телец. Вот серебряники. Серебряный телец командует Россией. Ужас какой-то. Все, что полезно для чьего-то кармана, все это хорошо. Города неправильно осваиваются. А что толку, что я об этом говорю? Какая разница, яблоню или это, или самое, березу посадить, или акацию? Разницы никакой нет. Только кто это будет этим заниматься, кто будет учить? Вот, еще придумали этот ландшафтный дизайн, подлейшая вещь на свете. Просто запретил бы. Нету его, и не надо. Растет себя, растет. Не надо его делать четырехугольным, не надо его делать квадратным, круглым, шарообразным. Этим, или там пальметто придумали, блядь. Опа, все, останавливаюсь. А то договорюсь. Так, поехали дальше. Тверской, Московской области. А, Яна, привет. Тверской, Московской области до 10 вероятность. До 10, может, до 10 мая. Вероятность заморозков 3, минус 3-4. Или июня. Обычно, когда говорят Московская область, заморозки упоминают до 10 июня. Как косточки и вылезшие стебельки укрывать. Непонятно, засыпать только землей или опилками, потом разгребать аккуратненько. Или не бояться, кто выживет, то нет, жалко, что выживет. Деньги плачены. Накрывайте бутылками. Так. А, до 10 мая. Ну, раз до 10 мая, что я скажу, это уже скоро. Если потом не будет. Так, Семен Алтай. Ага. И Снегирев пишет, сегодня очень нужные для новичков темы затрагивали. Спасибо огромное. Ну сам-то Александр не новичок, но понимаешь, что новичкам это надо. Спасибо. Так, Семен Алтай. Александр, давайте с пленки временное укрытие на ночь. Создавайте с пленки. Ну, если несколько дней ожидается минус, можно делать эти мини-парнички. Ну, для меня даже бутылка это мини-парничок. Олег Ижевск, отчет 4 апреля, получил 40 косточек абрикоса, на данный момент проросли 12, остальные набухли, скоро рванут. Ну то есть вы же не ругаетесь, получается? Есть еще слива китайская, груша уссурийская, черешня бодрая, но пока спят, когда ждать? Ну, когда, так же, скоро рванут. Дело в чем, для меня легко прорастают, да, косточки абрикосов, 12 из 40. Сад состоялся. Вот. Вы могли где-то ошибку допустить. Может, больше ни одной не взойдет. Вы говорите, рванут. А может, ни одной. Если там с влажностью что-то не то. Вот. Ну, 12 это уже сад есть. Ладно. Теперь груша уссурийская. Схожесть великолепна. Если так, как вот от меня получили, сохранили, та же влажность, тот же холодильник, взойдут, хорошо взойдут. Черешня бодрая, здесь сложнее. Черешня бодрая, в одних всходит, в другие вообще не всходит. И я пытаюсь понять границу вот эту. Вот. Вот тут я не знаю. Это у меня к вам, Олег, из Ижевска просьба. Скажите результат. Многие забывают. Взошли, довольны, молчат. Не взошли, тем более молчат. Я должен знать, какая всхожесть у черешни бодрая. Средняя. Так, теперь так, Алексей Виноградов пишет, присылал в WhatsApp
хожу по саду, смотрю на яблони, а верхушки все в тле. А я, наверное, не успел посмотреть. Вот. Внимание, вопрос. Что делает тля? Ответ. Пьет сок, тем самым угнетает побеги, не дает развиваться. А что делать с секатором? То же самое. Не, ну, с секатором, который посреди лета отрезает верхушки, вред. И тля тоже вред. Вот. Дело в том, что на взрослых деревьях она при всем желании много вреда не приносит, поэтому я даже не бегаю за этим, за ядами. Ну а саженец, дерево полметра, метр, 2 метра и тля. Тут уж надо все-таки побороться с ней, дать дереву ожить. Еще раз говорю, мы, предоставляя деревья сами себе, мы совершаем ошибку. Почему? Потому что все плодовые деревья у нас гости, они все эмигранты, им всем плохо. Они все больные, все неполноценные, а значит на них накидываются и гусеницы жрут, и тля жрет. Только не путайте с грибами, грибы ни при чем. И вот то, что вот это происходит, вот, это только потому, что здоровых деревьев, которые переехали на север на 1000 километров и на восток на 1000 километров, нет и не может быть такого, что вот оно чистенькое, как у себя на родине, нет. Вот. Ну и потом, что такое? Климат, он же тоже, мы его испортили. И теперь даже на исторической родине может быть так, что и урожай пропустят. Вот. И тлей покрывается. Вы знаете, для меня пример, Краснодарский край должен быть образцовый. Значит, туда приглашали обоих президентов, и Путина, и Медведева. И они там ходили, их показывали, их угощали. Но никто не спросил, где ваши абрикосы, где ваши персики, где ваши эти самые. Сделали праздничный стол, ну сделали. Вот, красиво выглядело. Но на самом-то деле проблема нерешенная. Вот в чем беда. Они просто пыль в глаза пустили этим самым руководству страны. Пыль в глаза пустили. Там проблем больше, чем у меня в Сибири. Так, на молодых яблонях, на грушах замечал много. Сильно сдерживают рост тля. Осенью мощные побеги, но короткие, именно те, которые угнетала тля. Мощные, но короткие. Интересно. Ну ладно, следите дальше. Ну что-то Виктор пишет. Это значит, что мы еще не закончили. Еще раз говорю, ребята, рассылайте все, что вы видите. Нужно какое-то критическое количество, когда дальше пойдет само. А так что? Виктор пишет. Вера пишет, Виктор пишет. Подождем. Я не спешу, кто устал, может отключаться. Интересно. В это время очень бурно шли ко мне по WhatsApp эти самые, как они называются-то. А вдруг что-то интересное с WhatsApp мы сейчас извлекем. Много за это время писем на WhatsApp пришло. Сейчас посмотрим. Интересно, да? По WhatsApp Ирина прислала мне ролик. Сажаем косточкой культуры правильно. Вот. И не дай бог, я потом на нее накинусь. Это я не сейчас. Я потом открою его, посмотрю, на какую глубину посажено. А то был один этот, сказать,
который на ребро садил, считая, что если кочку посадить на ребро, то у нее пойдет вниз этот самый корень, а куда пойдет росток, он понятия не имеет. Представляете? А учит, учит, да, учит. Вот, так что посмотрим потом на эту, что эта дама нам изобразила. Может, правда, у нее поучиться можно? Можно с одним условием, только она моя ученица. Так, каталог запросили. Здорово. Ну, а дальше личные письма.